Дорогие участники фестиваля конкурса «Хрустальная часовня», мне бы очень хотелось поздравить вас с наступающим Новым годом на фоне вот этой прекрасной елочки и с наступающим Рождеством. В наше время сложное, я имею в виду наше время людей, которые поют, занимаются искусством, очень сложно не иметь концертов и выступлений, живого общения с публикой, той энергетики, которой мы питаемся и которую отдаем с удовольствием нашим зрителям. И очень здорово, что у нас есть возможность в этом онлайн-формате участвовать в таких конкурсах. Вы готовитесь, вы разучиваете произведения, вы можете получить рецензии жюри. Лично я готов ответить на все ваши вопросы по, естественно, окончанию этого конкурса. И дальше продвигаться по этой сложной, но очень интересной специальности и профессии, как пение. Еще раз поздравляю вас с наступающими праздниками. Желаю всем успеха, удачи и всего-всего-всего самого наилучшего. Будьте здоровы!